Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка первого заказа из 11 каталога компании Oriflame. Заказ не очень большой, сразу говорю, всего 151 балл. Сейчас у меня больше фокус идет на рекрутирование, такие потрясающие акции проводит компания для новичков, что я просто не могу удержаться, и хочется, ну и кстати, хочется же еще и в Дубае. Вы запланировали для себя какие-то активности и план роста? Надеюсь, что да. Ну а для тех, кто пришел посмотреть распаковку, я приступаю и покажу сначала продукцию, которую заказываю для себя. Это набор Life Plus. У меня почему-то коробка открытая пришла, интересно почему. Тут все запечатанное, ну может быть плохо было склеено. Ну такой вот впервые. Итак, коктейль ванильный и витамины Wellness Pack. Это мой регулярный рацион, и не только мой, а в принципе в нашей семье. Дочка, так она каждый день коктейль кушает, я иногда забываю, хотя стараюсь, потому что когда я вот ела его каждый день и вот не пропускала, а бывало, что и две порции даже, у меня волосы росли просто с космической скоростью, что у меня просто подружки, мои близкие, они не верили, что это мои волосы. Они вот так, знаете, запускали руку, искали такие капсулы. Я уже, по-моему, рассказывала, но все равно это было так забавно. Я говорю, я клянусь, я не наращивала волосы, не собираюсь этого делать. Так вот, витамины и коктейль, они творят классные вещи с нашим организмом. То есть мы начинаем получать то, что нужно организму, все питательные вещества для строительства клеток, чтобы они были правильные, здоровые, красивые. А если клеточка полноценная, то соответственно мы все становимся полноценными, то есть эта вот наша оболочка, она естественно зависит от того, как мы ее кормим. Согласитесь, что ну как бы куда еще проще можно объяснить вот это состояние, которое у нас есть. Говорят же, мы есть то, что мы едим, вот и все. Поэтому я все время на wellness уже примерно 12 лет, то есть с момента, когда wellness вышел, первые, может быть, где-то полгода, 8 месяцев, ну недолго, мы вот так все присматривались, нас шокировали цены, мы говорили, что ой, нет, нам это не надо, мы это не будем. Но постепенно, просто получая информацию, для чего витамины, для чего коктейль, я поняла, что я хочу эти продукты, я просто хочу, чтобы мое тело, мой организм получал все необходимое. И потихонечку начала я с витаминок, потом добавила коктейль, потом у нас, когда ввели подписку Life Plus, я практически все время оформляю подписку, иногда делаю Life Plus тройную, где у нас идут витамины, коктейль и суп. Но с тех пор, когда мы стали работать удаленно и практически всегда дома, я суп заказывать перестала, то есть мы его стали так медленно кушать. А когда работали в офисе, мы все время сидели на этих супах, это было прекрасный обед, прекрасная еда вместо каких-то перекусов, плюшек и так далее. Ну что ж, я разболталась, давайте продолжим смотреть заказ. У нас идет отличная акция, такая коллаборация с Икеей. Я обожаю магазин IKEA. Кстати, сегодня получили посылку из IKEA, там у меня где-то примерно на 3000 у меня вышел заказ. Я заказала коробки, разные помощники для стеллажа, чтобы стеллаж у меня открытый появился. Будем скоро записывать рум-тур по дому, покажу. И на этом открытом стеллаже, чтобы вот все красиво смотрелось, нужны просто одинаковые коробки для журналов, подставки. Вот, посмотрите, это классно. Но обзор, скорее всего, будет на втором канале «Дом Вердном». Туда заходите, смотрите. Итак, почему я рада, то что у нас сейчас от IKEA можно получить сертификат, потому что там все время можно найти, что заказать. Вот все время я когда открываю сайт, я себе в корзину один раз положила где-то 70 тысяч. У меня Миш так посмотрел, говорит, нам это все правда нужно? Я говорю, это я бы хотела. Ну естественно, мы там немножечко убавили, но у нас очень много в доме, в нашем интерьере, именно продукции из IKEA. И что нужно сделать, чтобы получить сертификат? Покупку на 500 рублей, по-моему, на 500, если я ошибаюсь. Вы всегда можете открыть текущий каталог на первой прям страничке,
На второй страничке у нас идут акции. На 500 рублей нужно взять продукцию именно со странички 6-23, то есть там вся серия Love Nature, и указать специальный код 522020. Его нужно вводить в бланк заказа, не внизу, где указывают какой-то там промокод, это для клиентов, онлайн клиентов. Мы просто вбиваем как код продукта в заказе, и потом будет розыгрыш. Будет 300 подарочных карт IKEA по 1000 рублей, 10 по 10 тысяч, и главный приз — подарочная карта на 70 тысяч. Я кровать возьму. У нас кровати до сих пор нету. Так, окей, что я взяла? Хотела сказать, умывалка, очищающее средство для кожи лица, комбинированная и жирная кожа, средство с чайным деревом и лаймом, потрясающий гель, он, во-первых, он вкусно пахнет, во-вторых, он шикарно очищает кожу. Нужна маленькая капля, чтобы ее взбить вот так в пенку, перенести на мокрую кожу, помассировать по массажным линиям, как вот я показываю, и все смыть. Очень чисто, очень вкусно. Единственное, что я не очень люблю в этом средстве, это неудобство, то есть надо открыть, выдавить и закрыть каким-то образом. Вот это мне не очень нравится, поэтому мы всегда переливаем в флакон с дозатором, и очень удобно тогда пользоваться. Обязательно две маски, это себе, даже никому не предлагаю, потому что это нужно и постоянно используется у нас всей семьей. Маска скраб 2 в 1 с глиной, здесь в составе тоже чайное дерево и лайм, она чудесным образом очищает поры и всю кожу, убирает жирный блеск, и просто кожа становится свежая, светлая, дышащая. Мне, конечно, нравится больше использовать как скраб, потому что это быстро, просто так в минутку, и все, кожа сияет. Но эффективнее делать маской на 10-15 минут. Какая потом кожа. Ну, естественно, сначала нужно очистить лицо, потом тоже маска скраб 2 в 1, это кокос и алоэ, тоже подходит для комбинированной и даже для нормальной кожи подходит, потому что этот продукт, он не сушит, не стягивает, он такой комфортный, прозрачный гель, она не высыхает как маска скраб, не стягивает кожу абсолютно. Кстати, тоже такое замечание, если вы делаете маску с глиной, да, вот такие вот масочки, которые сохнут, не давайте им сохнуть, это нехорошо, когда маска встает коркой, вы ее должны все время брызгать из пульверизатора, чтобы она была увлажненная. Это правильно. Итак, масочка классная тоже, и у нас дома всегда из серии Love Nature открыты все маски, еще есть с ягодами годжи и органическим овсом, но у нас сейчас их две, еще одна не закончилась, я уже другую в ящик положила, поэтому ее не заказала. Дочка попросила для нее заказать продукты серии The One, это AZ крем, он приходит в красивый такой розово-пудрового цвета, коробочка очень классно оформлена, такой вот тюбик, маленький кажется тюбик, но здесь также 30 миллилитров, как и в тональной основе Giordani Gold, как в любой тональной основе серии The One, 30 миллилитров, но это вот просто настолько удобно и невесомо. Мы выбрали увлажняющую, до этого брали тоже ей разные, вообще мы все перепробовали, у Леры настолько светлая кожа, ей просто так трудно подобрать тональную основу, и Giordani пробовали, и все из серии The One, и ей только подходит вот этот классный крем. Код, кстати, 43456. Вот она будет рада, потому что она уже у меня берет, но цвет кожи, шеи и лица у нее сильно отличается. Так, что я еще заказала? Я взяла попробовать вот такое закрепляющее средство. Написано, что оно 2 в 1, что можно и как базу под лак, и сверху на лак, что быстро сохнет. И кто смотрит мои видео все время, вы знаете мою боль, что у нас сняли сушку The One, и я без нее просто прям как бы в беде. Спасибо, кстати, вам за подсказки, вот кто-то мне сказал, что классно подсушивает лак. Из серии вот гель-лаков есть специальное средство, как последний этап, да, закрепляющее и фиксирующее лак, он такой в черном флаконе, оно действительно
правда сушат. Вот я им сегодня делала и до этого несколько раз, правда сохнет лак хорошо. Но вот хвалят это средство OnColor, я попробую, и можете мне тоже написать вопрос в комментариях, я вам потом отвечу, понравилось или нет, действительно ли оно хорошо сушит. Но вот у меня из команды девушка его заказывает, она говорит, оно классно сушит, я попробую, я не знаю, правда. Так, у меня заказали два блеска, очень мало заказов, очень мало, пока еще с клиентами даже не работала, и два блеска взяли разные абсолютно, один такой снежный, а другой более теплый, классные оттенки. У меня вот есть подружка, она уже много лет моя клиентка и берет очень много продукции, я так рада, что ей все подходит, ей очень нравится, она в таком восторге, она иногда мне пишет, Лиля, это просто вот просто оргазм, как это круто, спасибо тебе, что ты мне это посоветовал. То есть вот такой восторг у человека, я вот обожаю ее, потому что это так приятно, что человек, он как бы не заинтересован, да, ей нет смысла там дифирамбы пить, а она просто в таком восторге от продукции, это чудо. Так вот, когда она увидела, что вышли новые блески, сразу два, очень любит блески. И кстати, у нас раньше было блесков намного больше, были блески разные в тюбиках, помните, маленькие такие малыши, побольше, длинненькие, такой был классный ассортимент. Я вот сама лично блески очень люблю, хотя мне нравятся матовые помады, как они круто выглядят, потому что они такие вот стойкие, но реально мне для губ приятнее какая-нибудь увлажняющая или просто легкий блеск. В основном они у меня все время, на каждый день, я даже дома иногда просто блесками какими-то мажусь, мне очень нравится. Вот поэтому я рада, что выходят новые блески, и надеюсь, что их будет еще больше, клиенты просят, по крайней мере. Так, и здесь то, что я взяла с 50% скидкой, пептиды, конечно, пептиды, пополнила запас, потому что это очень крутой продукт. Вот из всей серии Procuticle все, что вот у нас вышло, с витамином С, с ретинолом, сыворотка, сейчас я АХА сыворотку использую, вот эту вот с кислотами, с АХА кислотами, все мне нравится, очень все подошло, и маска, серия конечно очень крутая. Но вот пептиды, они меня просто сразили наповал, потому что я увидела эффект на утро, то есть я на ночь сделала половинку одной ампулы, здесь каждая ампула на два применения, утром и вечером делаем. Пептиды не боятся солнца, можно намазаться и идти, в отличие от всей другой серии, хотя я все равно делаю, не очень много времени на солнце вообще практически не бываю. Так вот, пептиды, они убирают дряблость, кожа становится плотная, упругая, красивая. Вот попробуйте. И я использую 50% скидку, и выходит всего 1000 рублей. 1000 рублей, ребят, мне кажется, вот даже просто сходить в салон красоты, какую-то процедуру с кожей сделать, там начинается ценник от 1500, и вообще как-то космос, 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 да, зашкаливает. Эффектов таких девчонки не демонстрируют, вот правда. Даже смотрела видео, там показывают чеки, что там потратила на свое лицо там 30 тысяч 50, ноль эффекта вообще, говорит, я не поняла, что сделано, что не сделано, как будто вот просто как бы, ну как говорят, да, эффект плацебо, то есть рассказывают такие ценники, и ты как бы поневоле, да, начинаешь молодеть, но не сработало. Вот это работает, поэтому вот прям рекламирую вам от души, попробуйте. А если кто-то пробовал, пишите отзывы, потому что это очень важно. Всегда у нас есть такой момент, что мы там сомневаемся, переживаем, что вдруг не подойдет, а вдруг там не сработает. Вот поэтому нужно друг другу рассказывать, и то, что не понравилось, тоже надо рассказывать, потому что удобнее всего заказывать, когда ты уже послушал, почитал чужие отзывы, согласитесь, уже формируется впечатление, хочу этот продукт или нет, нужен он мне или не нужен. Вот поэтому пишите. А сейчас я вам покажу, что мне прислали на обзор как официальному обозревателю. Это просто вау продукты, вот такая коробочка, это мультизащитный крем с SPF 50, 30 миллилитров, его можно использовать как крем или как сверху на крем, если питание хотите дать больше. Например, у меня кожа антивозрастная, 47 лет, все-таки я считаю, что для меня все-таки серия Optimals, она для меня слабоватая, я все время выбираю что-то из Novage или Ultimate Lift,
или коллаген, могу даже Skinergize сказать, что это, ну, для меня просто супер. Еще другие не пробовала пока, а вот Optimal все-таки классный продукт, и я его буду использовать поверх, как защиту реально, SPF 50. Хочется понюхать, пахнет он как-то, не чувствую никакого запаха. Ой, есть, я просто кремом руки мазала, и у меня жасминчик перебивает запахи, вот незадачка. Слушайте, он очень вкусно пахнет, и у него такая приятная консистенция, гладкий такой хороший крем, не жидкий, не прям вот как лосьон, но хороший крем. Так, я про него запишу потом отдельный обзор, мы все попробуем и запишем. Следующий продукт — это новинка в серии The One, новая матирующая тональная основа, так, с SPF 10. Отлично, будем пробовать. Кстати, на сайте есть такая возможность заказать уже такой продукт, мне прислали какой-то он бежевый 42-127. Кстати, оттенок очень даже светлый, я вот даже просто сравниваю со своей кожей, у меня кожа очень светлая, вообще не загорала в этом году, и я буду его пробовать, интересно посмотреть. Да, крышечка, все есть, дозатор, обожаю все продукты с дозатором, вот такие вот упаковки я не очень люблю, потому что пачкается от колпачка все. Будем пробовать, почему-то гремит. 42-127, естественный бежевый, вот так он выглядит, и попробуем его на руке. Так, ой, надо же повернуть. Так, ну для меня этот оттенок желтоватый немножко, конечно нужна, чтобы кожа была слегка подзагорелая. И это еще не все. Кушон, губная жидкая глянцевая помада Кушон. Какая красота, тут прям такая стильная надпись. Открываем, а здесь тот самый Кушон, мягенький пушистик, и у нас есть специальная такая вот нижняя часть, база, которую мы крутим, и у нас продукт попадает, то есть идет такой щелчок, попадает на эту губку, и мы потом переносим на губы. Давайте посмотрим, какой же тут цвет. Начинаем крутить потихонечку, крутим, 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 пока не появится цвет вот из этих вот пушинок. Ой, какой цвет! Так, где мы его будем смотреть? Давайте вот здесь. Вау, он просто шикарный. Цвет называется чарующая роза, код 38863. Вау, какой восторг! А как удобно вот этой губочкой наносить. Ой, я хочу быстрее на губы сделать. Класс! Так, ну что, продолжаем. И остался еще один продукт. Та-дам! 525 грамм. Ребят, это не просто коктейль. Это еда. Это еда для тех, кто хочет похудеть. Я, в принципе, похудеть не планировала, но попробовать очень хочется. И у нас будет теперь такая тема: ем шоколад и не толстею. Как мне это нравится. Вот это целая банка, очень удобная упаковка. О, ух ты, тут все запечатано под фольгой. Давайте откроем, посмотрим, как это открывать. Ой-ой-ой, как трепетно. Ой, все просто, кстати. Ой, как пахнет. Сейчас я открою. Целая банка. Так, нужно будет все это изучить.
все посмотреть. Я уже знаю, что пить нужно с молоком, маленький процент молока, потому что будет именно так эффективнее. Но я попробую и с водой. Мы сейчас все очень активно обсуждаем в чате официальных обозревателей, что это за продукт, что за зверь, задаем разные вопросы, чтобы вам дать уже такую полную информацию. А еще я познакомилась с девушкой, которая состоит вот этой фокус-группе, и они 9 месяцев употребляли этот коктейль и стройнели. Там у ребят такие результаты, просто я смотрела эти ролики до и после, я в таком впечатлении, и мне кажется, этот продукт очень нужен, потому что худеть очень сложно. У меня есть знакомые, которые делают попытки похудеть, но они какие-то все провальные. То есть есть чуть-чуть результат, потом опять откат назад, есть чуть-чуть результат, потом еще идет набор веса еще больше. Здесь же такие отзывы, что мне хочется быстрее попробовать, и я прям сегодня это сделаю, несколько дней потестирую и запишу для вас ролик уже с полным обзором. Ну скажите, классно? Супер. И конечно, у меня в заказе 11 каталогов, один нам приходит за 9 рублей всем уже следующий период, и 10 каталогов я беру для того, чтобы раздать клиентам. И кстати, что мне понравилось, я уже его мельком посмотрела, есть вставка в каталог wellness и очень много информации о новом продукте, то есть здесь прям классно, можно все почитать, изучить, посмотреть, потому что продукт интересный, он новый абсолютно, и конечно вопросов будет масса. И я полистала чуть-чуть новый каталог, и, честно говоря, я немножко удивлена, ведь я не смотрю заранее каталоги, я люблю именно получить бумажный и его просто вот посмаковать, полистать. И я удивлена, что здесь очень много новинок. Меня впечатлила новинка для детей, и у меня первый раз такое, что я просто Мише сказала: Миша, давай быстрее запишем обзор, у меня просто взрыв эмоций, сколько новых классных продуктов, скидок, акций, спецпредложений, даже на последней страничке просто вау, восторг, мои любимые маски по 59 рублей, классный каталог. Так что ждите обзор, я вам всем желаю классных покупок. Кстати, когда будете делать заказы, обращайте внимание на количество баллов, старайтесь, чтобы у вас было 50, не 49, 50, больше можно, меньше нет, 100, не 99, а 100, не 149, а 150. Почему? Потому что сейчас в этом каталоге на каждые 50 баллов вашего заказа вы получаете один шанс, или два, или три, или четыре, все, сколько раз по 50 баллов, столько у вас, можно сказать, лотереек, и вы можете участвовать в розыгрыше денежных призов и смартфонов. Ребята, у нас сегодня в чате просто вау, визг стоял. Во-первых, до этого у нас девочка одна, я не говорю про мелкие призы, по 1000, по 10, там просто очень много людей, iPhone девушка выиграла сегодня, а до этого 250 тысяч выиграла наша девушка, сегодня 10, и очень много по 1000, очень много. Так что участвуйте в розыгрыше, а еще также собирайте посуду, эко-посуда, она очень классная, и кто выполнял первый шаг в прошлом каталоге, вы делали заказ на 50 баллов, в этом уже забирайте чашечки, я их получу в понедельник, потому что когда я делала заказ, их еще не было на складе, а еще в понедельник я получу в подарочные умные весы и жду еще массажные очки. Вау, у меня очень очень приятные впечатления от моих покупок всегда, потому что помимо того, что я покупаю продукцию нужную для дома, я еще получаю бонусом столько всего классного, просто невероятно. Поэтому вам всем желаю успехов, пусть у вас все получится, и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, а если вы еще не являетесь консультантом компании Oriflame, то заполняйте заявку под этим видео и приходите в мою команду. До встречи, пока-пока.